Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из города курорта Анапа. И сегодня один из моих подписчиков принес для наших дорогих солдат очень много полезных вещей. Давайте познакомимся и узнаем, что это. Всех приветствую! Как вас зовут? Меня зовут Павел, гражданин Советского Союза. Вот ребятам помощь привез от своего тоже друга хорошего. Как зовут его? Юра звать. Самый лучший кустанайский мужик, который самый честный, самый правильный. Большой привет тебе. И от меня, Юрий Тезка, тоже огромнейшее вам спасибо, да, за поддержку наших дорогих солдат. Так, поехали показывать, рассказывать, что у нас здесь есть. Жгуты, но они по-другому. Ага, шпички, да, тоже такие большие. Тельняшки без рукавки. То есть это все летняя тема. Вот это вот, я думаю, что стоит достать, показать, потому что очень интересная вещь. То есть выглядит она очень классно. Я думаю, что будет максимально полезно. Это без этого, для против комаров и так далее. Такая москитная сеточка. Да, с капюшоном, все. Очень качественная и защитного цвета. Как раз таки в тему то, что сейчас у нас зелень. И вот это, получается, к ней еще место, где хранить, да? Да, там несколько штук. А, то есть несколько. По 3, по-моему, идет в каждой мешочке. Вообще отлично. Это газ, само собой. Баллончики с газом. Это перчатки без пальцев, тактические. Это тактические. Кепочки. Это бейсболочки. Это сетка. Камуфляжная. Угу. Идет. Ну, это, опять же, бейсболки. Тоже идут. Вот такие вот. Ну, рембат водителя. Да везде, от солнца закрываться. Главное, голова прячет. Тем более, это все, как говорится, расходники. Две секунды, да, уже все. Да, да, не уходят махом. Так, потом у нас еще вот здесь идет. Тоже идет бейсболочки. Тоже панамки, шапочки. Вот это уже эти, как их называют? Ну, это балаклавы, ну это как на лицо, да, маски. Да. Так. Сейчас еще дай какие-то очки. Угу. Очки. Так, это у нас идут, чтобы открыть. Она накрывает, как палатка она идет. Ага. Сетка, вот, сетка такая. Сетка, да, тоже. На, как, на, ну, накрывайся, и как этот идет, видишь? Москитка защищает. Да, то есть как раз таки как палатка идет. От насекомых, от комаров. Вот. Вот здесь камуфляж. Горка. Да, здесь брюки, эти одежды. Вот. Ну, это просто такая. Потом идет вот тоже тельняшка такая вот, ну как не тельняшка, да, майка даже, да, как сетка. Так, это балаклава. Угу. Последняя. Ну и тут уже вот камуфляж идет. Угу. Вот. Дай бог. Слушаются, ребята. Да. Сигареты. Вот такие эти сигареты, я таких даже не видел. Эти слабые. Черные и вот и красные. Кто разбирается, пишите, да, в комментариях. Ребята, они такие там говорит, тонкий фильтр, что ли, где-то этого не курили. Хочу вас поблагодарить и вашего друга за помощь солдатам нашим. Мы сейчас как раз таки уже думаем над подкупкой очередной машинки, соберем и все это туда упакуем, отвезем нашим дорогим солдатам. Я уверен, что им помощь-то будет еще полезна. Раз, Юра, спасибо большое, дорогой друг. Павлик, спасибо, все большое. От души. Вам, ребят, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что полезно для тех, кто думает, чем помочь солдатам. Сейчас лето идет, против всяких там жучков, комаров, насекомых. Все средства хороши, газовые баллончики, это всегда в ходу. И самое важное, ребятки, пишите ваши сообщения для наших дорогих солдат на письмецах. То есть они с удовольствием читают, чтобы им было там чем заняться. Всех крепко обнял. До следующего видео. Спасибо. От души.